Київський ранок продовжується. І як завжди у цій порі до нас завітали гостя. Сьогодні у нас у студії Наталія Франчук, фотограф, яка працює в досить незвичайному жанрі. Добрий ранок. Доброго ранку. Ну, я думаю, що варто, щоб ви самі розказали, як називається цей жанр і коли ви почали цим займатися. Доброе утро. Жанр детская фотография и узкая специализация – это съемка новорожденных. Специфично до 14 дней. Такие есть правила. То есть это ну, самые-самые крохи. Для них это первая уникальная съемка. Они превращаются в маленьких моделей. Это важно отснять до 14 дней. Есть определенные правила в неборной фотографии. Есть этому даже объяснение. Хотя человека непосвященного это очень удивляет. Як ви почали цим займатися? Я фотографую вже давно, більше 8 лет. Я знімала сімейні зйомки, потім перейшла в дитячу зйомку. І настільки ну, унікальна просто ця зйомка новорождених. Я проніклася і пройшла обучення і поняла, що ну, це просто удивительні речі відбуваються. І вони ну, просто потрясаючі. У мене є можливість управляти этой съемкой, делать те самые снимки, удивлять потом родителей во время съемки. Ну, ми бачимо по фотографіях, які ви принесли у нас до нас у студію. Це просто неймовірно. Навіть подумали спочатку, що це картина. Картина, так? Да. Дуже дуже схоже. Тому що, по-перше, воно так стоїть на мольберті. А по-друге, ну дійсно така специфіка. Розкажіть, будь ласка, про специфіку друкування цих картин, так. Цих фотокартин. Так, ну ділається зйомка, вибирається із всієї серії снімка, вибирається найкращий снимок и ну, на усмотрение родителей либо меня, и мы отдаем в специальную типографию, где печатается на холсте, настоящем холсте, на котором рисуют художники. Потом это холст натягивается на подрамник, вот со всеми правилами крепления у нас получается фотохолст, такое необычное. Как правило, это очень сильно всегда бабушек удивляет. Они не верят в то, что это фотография, нанесенная таким способом, думают, что действительно художник рисовал эту картину. Це просто неймовірно, і продовжуючи вже цю тему, хотілося б подивитися відео ваших робіт. У нас є, отже, дивимось. Символічно, що така гостя, такі роботи ми можемо дивитися сьогодні, саме в цей день, в день пам'яті, 8 травня, завтра буде 9 травня, День перемоги над нацизмом. І дійсно, нове життя може народжуватися завдяки героям, які борються за цей світ, за усе добро, за все світле, що в ньому є. Ми пам'ятаємо наших героїв і продовжуємо наше інтерв'ю.
У нас в нашій студії Наталія Франчук, яка фотографує людей, які ще й не досягли навіть двох маленьких людей, які навіть не досягли ще місячного віку. Я розумію, що це специфіка, і навіть є якісь традиції. Ці ваші маленькі фотомоделі мають бути до двох тижнів. Да, всему этому есть объяснение, как бы свои аргументы, очень много факторов, почему до 14 дней. Суть этой съемки – малыш должен быть спящий. Любой маленький ребенок, либо взрослый человек, он расслаблен. Во сне у него мягкие ручки, ему комфортно. Если малыш сыт, если его ничего не беспокоит, он засыпает. Я убаюкиваю его и до 14 дней мягенький позвоночник очень, и есть возможность сделать вот именно вот эти удивительные позировочки, уложить вот такое ведерышко или кадушечку в эту мисочку, позвоночник гибкий, и есть возможность. К месяцу малыши, кушая молочко мамы, кальцинируется позвоночник, и они выпрямляются и становятся уже человечками, становятся уже не новорожденными, а младенцами. По правилам, как бы после месяца называется уже младенец. Вот. Спящий ребенок, я же говорю, расслабленные у них ручки, получается, у нас есть возможность вот именно создать. Каждая позировка не просто так, она определенно называется в нашем жанре, ей нужно учиться. Есть, например, учиться ракурс, да, учиться ракурсом съемки, я же говорю, там очень забавное название, и чтобы именно ту самую фотографию. Можно одну фотографию, можно полчаса выкладывать ребенка. Реально делать секунду снимок, нажать затвор, ну, полчаса позировать малышика спящего. При этом он комфортно себя чувствует, он не плачет, он сонный. Родители удивляются, ну как можно вот в это ведро сложить, да он еще и спит, и посапывает, еще и улыбается во сне. Чи були якісь складні моменти, коли модель відмовлялася робити те, що ви хочете? Є таке, да. Наприклад, там є фізіологічний період, коли починається к 14 дням фізіологічні коліки. Це безпокійство животика, там це все медицинське об'ясняється, і малышу некомфортно. Тогда там на съемках дают капельки, которые назначил педиатр, теплые пеленочки, мы греем, согреваем, убаюкиваем пустышку. И все даем. Одно, да, Рома, и я настроена на то, что я знаю, что мои родители без снимков, вот тех волшебных, не уйдут. Вы казали про назвы цікаві. И как можно назвать эту позицию? Ну, здесь как бы это как бы простая считается, это ручки под щечкой на бочку, но ножички у этой крошечки подтянуты буквально пяточками сюда, и это система ухутывания, да, дабы показать, насколько крошечный малыш. Вот запечатлеете, что... Потому что, как правило, родители говорят, да я на телефон пофотографирую. Как правило, они подходят не с той стороны. Да. Или же этот малыш такой огромный кажется. И я вот исправляю, прошу, говорю, подойдите с этой стороны. Тут он красивее, тут он удивительнее. Сдается, начебто можно у долоньку покласти. Да. Это крошечная малышка, она такая прям модель-модель была. Мы за полтора часа сняли всю съемку, так она позировала нам сказочно. Чи підтримуєте, чи слідкуєте ви за долею своїх моделей, бо вже за півроку, я так розумію, що це вже геть інші люди. Очень часто, во-первых, как бы обработка снимка требует очень много времени, сама ретушь, это очень специфичная ретушь снимка самого, поэтому результат я родителям отдаю, например, через полтора месяца, и в том-то прелесть вся, потому что малыш за это время абсолютно изменился, он стал совершенно другим, иногда даже мама мне присылает, говорит, а посмотри, какой здесь, и как мне удивительно видеть вот эти готовые фотографии, потому что уже разница колоссальная, а представляете, когда в год эти снимки открыть, когда взрослый подросток бегает, така, ты открываешь так книгу вот этих воспоминаний. Така галочка. Тобто, наскільки я розумію, ви викладаєте усі, ну, тобто, малятко спить, а ви вже ці ручки самі кладете під щічки. Да, абсолютно не беспокоює, це абсолютно без применения какой-то силы, это все физиологично, просто очень терпеливо и долго это можно делать. Це все ж таки такий рівень довіри батьків до вас. Як так трапилося, що батьки довіряють, напевно, це знайомі рекомендують. Як почалося і як ця, як ми скажемо так,
ланцюжок такий щастя відбувається. Ви знаєте, творчості. Я да, всегда не перестаю благодарить родителей, в первую очередь, за доверие. Потому что принести крошку, которая 9 месяцев у мамы в животике была, это было единое целое. И тут я настаиваю, будучи ну, незнакомым человеком mm-hmm. для них, принести, отдать мне на 3 часа еще что-то делать с ребенком, это, ну, это невероятное доверие. Я это очень ценю, и я всегда об этом говорю, и благодарю родителей за это. Это, наверное, вопрос какой-то репутации в этом жанре, вопрос того, что ты себя позиционируешь как профессионал. И, конечно, да, либо кто-то уже отснялся, я же около 3 лет снимаю, то есть мои детки уже 3-летние бегают. Конечно, мамы делятся, мамы показывают друг другу в сетях, в телефоне хранят эти фотографии, рекомендуют. Если же человеку понравилось, он всегда порекомендует обратиться. Либо сейчас стало интересно, дарят в подарок сертификат на съемку. То есть я знаю, угу. что мама беременная, у меня было дважды коллектив, дарил начальнице подарок. То есть для меня, я считаю, что это очень здорово, потому что это считается ценный подарок, не просто эмоции, какая-то вещь, да, так, а уникальная угу. вот эта съемка, либо будущая крестная, например, маме дарит при рождении малышки и ко мне приезжает. Поэтому, Дарья, вот вы сказали, что от Newborn уже усталений жанр у фото. Яким чином ви навчалися і де можна навчитися цьому, власне, цьому стилю, да. цьому жанру? Ну, спеціального учреждення, да, як такового у нас нету в Україні. Такому жанру нужно учиться обязательно, потому что это огромная ответственность. Это не предметная съемка, я ни в коем случае не уменьшаю значение. Это крошка, это ценность уникальная. Повышение как бы нашей квалификации идет мастер-классы. Мастер-классы украинских фотографов топовых, которые больше 6 лет в этом жанре. То есть они обучают. К нам из России приезжают ведущие фотографы. К нам уже начали, и мы очень радуемся, последние 2 года из Саудовской Аравии приезжают фотографы, из Канады. Это очень здорово, что вот как бы наша страна, у нас вошла культура newborn фотографии, очень сложно это все длилось, тяжело было родителям принять, что такого маленького ребенка можно фотографировать и что-то с ним делать. Вот. И сейчас это входит не столько в моду, сколько набор необходимых вещей при рождении ребенка. Это очень круто. Вот. А які унікальні фішки відбуваються протягом зйомки? Ну, ось, наприклад, ми вже спілкувалися на тему того, що, звичайно, що спалах світла не може бути, тому що дитина маленька, вона може злякатися і взагалі це шкідливо. А які ще такі нюанси саме newborn зйомки? Ви знаєте, технічно вже немножко зараз шире пішли, Америка вже нам запроваджує свої как бы, технічні моменти, почали знімати вже з вспышечним світом, в основному использует постоянный свет, но уже начали работать с импульсным светом. Малыш крепко спящий, он не реагирует. Угу. И якобы есть консультации неврологов, психиатров, что это не влияет никак на развитие. Тут уже скорее, наверное, насколько комфортно фотографу снимать, с каким светом он решает для себя. Ну, для меня, наверное, удивительно на съемках бывает то, что приносит малыша, и там малыш, есть малыши, которые всю съемку улыбаются. Это, ну, знаете, для меня это наивысший, наверное, какой-то восторг, когда малыши поверхностный сон, они во сне продолжают видеть, как я говорю, мультики какие-то, они могут грустить, они могут нахмурить брови, причем это происходит с такой долей секунды, вот можно читать, что он там, или мы с мамой представляем, что ему снится в эту секунду, да. И они улыбаются, и тогда получаются вот эти улыбки во время сна, когда у них стадия глубокого сна больно начинается, они перестают улыбаться, с ними легче работать, но они, ну это смешно, у нас была малышка, которая как птичка, так, какие-то звуки издавала, вот было ощущение, что у меня птичка маленькая в руках, которая родилась, превратилась в маленькую девочку. Последняя малышка была, мы с мамой просто смеялись, мы с юмором воспринимаем такие вещи, она фыркала, она спит, она глубоко спит, и она во сне, значит, какие-то звуки там издает. Мимика тоже так. Это так забавно, я же говорю, да смешного, либо там
перекушали они, икать начинают. То есть она спит и икает. Это тоже, ну, достаточно забавно, что они там, может, воздушек захватили. То есть, ну, вот, ну, как бы, вот такие, скорее, меня удивляют. И с каждым малышом по-разному. Никогда не повторяется вот абсолютно одинаковое течение съемки. Они каждый, ну, уникальный и удивительный. Друзья, вы рахуете, сколько уже таких фотосайтов удалось? Если честно, я уже перестала считать, потому что, как бы, ну, не ставила цель. Но я говорю, 3 года я даже отказалась от многих видов съемки, которые снимала раньше до этого, чтобы посвятить себя полностью этим малышам, потому что помимо снимков много всего, что в подготовительном процессе к съемке участвует. Это невероятное количество реквизита необходимо для этого, чтобы удивлять наших родителей. До речі, про реквізит. Да. Хотіла запитати вас. Бачимо такі нюанси у капелюшок такий з вушками. Да. Я навіть я не уявляю, які це розміри. Це на пупсика підійде чи ще менше? Де ви її замовляєте? Да, у нас удивительні майстри в Україні, і для кожного образу збирається по частицам, ну, реально с разных концов Украины. В Одессе мы заказываем, например, мастер, который вяжет костюмчики. Они вяжутся ровно, ну, 0+ размер. Уже месячный ребенок иногда не помещается, то есть только под съемку. Мисочки, например, делают в там, Киевской области мастер, который вручную весь этот реквизит делается, вытачивается. Кроватки там с Харькова, фоны оттуда. То есть иногда вот в одном снимке собран труд уникальный многих-многих мастеров, с которыми мы сотрудничаем. Да, приобретаем Украины. Да, да. Мы знаем, что у вас 2 деток. Як ви їх фотографували? Чи ще тоді не займалися такою зйомкою? Розкажіть про це. Да, у мене 2 сина, 2 мальчика, Матвій і Степан. К сожалению, і, може, це було ключовим, чому я стала знімати фотографії, у моїх дітей нету подобних знімків. Угу. Тому що старший син у мене взрослий, тоді взагалі не существувало поняття знімати фотографії. Меншому сину зараз 9, у нас десь 6-7 років назад в Україну вошел в жанр ньюборн фотографии. Это было очень малое количество людей, которые делали эту съемку. И у моих детей нету именно новорожденной съемки. Mm-hmm. И сейчас, уже когда они выросли, мне очень грустно, жалко, что у меня нет этой съемки. Я пытаюсь компенсировать сегодняшними фотографиями, какие мы делаем. Но вот, ну, я считаю, что какая-то у меня, наверное, своя миссия сохранять уникальность для других людей. І от радувати їх от цими снімками.